Всем доброе утро, ребят. Сегодня понедельник, сегодня уже 23 мая. У меня уже была утренняя пробежка, и сейчас я хочу посушить волосы. Кстати, еще хочу вот такие вот патчи использовать. Не знаю, эффективны они или неэффективные. Судя по тому, что все-таки синяки у меня под глазами остаются, они малоэффективные. Но они очень хорошо освежают глазки. Да, вот такие вот у меня кудряшки, причем когда они высыхают, то кудряшек становится меньше, такая становится пышность очень большая. А я с волосами почти закончила, я в этот раз уложила только челку, а кудряшки трогать не стала, ну что-то мне так захотелось. В общем, чтобы помочь своим волосам завиться в более такие непышные кудряшки, я помогаю им так, то есть я беру прядку и вот так вот ее закручиваю. Тем самым получаются кудряшки, и они становятся менее пышными. Я когда волосы мыла без шампуня, я именно так и делала. И это, кстати, давало какой-то результат такой. То есть, вот они, видите, уже начинают пышаться. Пока на голове нет одуванчика, нужно очень быстро все это сделать. Вот что у меня на голове получилось. Вот такие вот висюльки. В общем, жду, пока это все высохнет, и уже будут сформированы очень даже симпатичные кудряшки. Я сейчас занимаюсь тем, что готовлю щавель на зиму. Я его вчера сорвала с грядки в большом количестве и уже вечером его помыла. И у меня за ночь он более-менее просушился. В общем, как я его готовлю, я сейчас вам покажу. Во-первых, да, для начала его нужно помыть, посмотреть на наличие каких-либо там, чтобы не было жучков всяких, вот личинок и так далее. Или же плохих листиков. Вот я сейчас отбираю все это в сторону. И теперь я беру и режу его на, ну, буквально не очень мелкие куски, то есть на три части. Вот так вот получается у меня. Все, у меня щавель порезан. Вот такая гора получилась. И теперь я беру простой пакетик. Это может быть пакет для заморозки, может быть просто пакет. И кладу этот щавель туда. Пакетик со щавелем я упаковала, и я теперь могу взять вот такую вот... Как это сказать? Заклепку, что ли? Зажим для пакета и сделать вот так вот. Он помогает мне убрать оттуда излишнее количество воздуха, и чтобы туда воздух не проникал. Все, и теперь вот этот пакет со щавелем я кладу в морозилку. И зимой буду доставать и делать супчики щавелевые. Я вышла прогуляться, и сейчас вам хочу показать, что на мне сегодня одето. В общем, на мне сегодня вот такой вот пиджачок, потому что, в принципе, на улице прохладно. И длинная юбка. Мне очень нравятся длинные юбки, и я очень безумно вообще счастлива, рада, что потеплело, и я смогу носить такую одежду. Если вам тоже нравятся длинные юбки, то напишите мне в комментариях. Еще, кстати, хочу показать, что у меня на голове получилось. Ну, вы, в принципе, уже увидели. Вот такие вот кудряшки. Прикольные. И когда вот я вот так вот завиваю руками, вот получаются именно вот такие кудряшки. И что самое интересное, они не пышатся. В общем, тем, у кого пышные волосы, попробуйте такой способ. И я думаю, что будет круто. Я думаю, что он поможет. Сейчас я направляюсь в магазин. Я хочу купить огурчиков, сделать салатик, потому что вчера с дачи я привезла много всякой зелени, редиски, и хочу полакомиться свежим салатиком. А я уже пришла домой, переоделась в свое домашнее, потому что в уличном не могу дома ходить. И сейчас я буду готовить салатик из свежих продуктов. В общем, купила огурец, а редиска у меня уже в пакете, я сейчас ее отбираю для салата. Зелень я не мою, потому что она и так, в принципе, чистая. У меня есть вот такой вот салатик. Он очень похож на руколу, очень, своим вкусом. Ну и, естественно, зеленый лучок. Я на самом деле считаю, что если выручено все на своем огороде, и ты знаешь, что это все твое, и что ты туда никакие там лишние, не знаю, пестициды не добавлял и вообще ничего не добавлял, не поливал никакими химикатами, то зачем это мыть? Клубнику тоже я никогда не мою со своего огорода и ем так. А естественно, конечно, если вы что-то в магазинах покупаете, то лучше помыть. С другой стороны, знаете, когда об этом много думаешь, то, естественно, это может случиться там всякие отравления и так далее. Потому что, например, когда мы с Сережкой путешествовали в Индию, то бывали случаи, когда я ела фрукты немытые.
купленные у какой-то там торговки на рынке, когда она грязными руками их, не знаю, разрезала. У меня не было такого понятия, что как бы я обязательно отравлюсь. То есть, когда ты об этом запариваешься, то, естественно, все так и получается. Так, буду я свой салатик заправлять растительным маслом и добавлю немножко соли. Вот такая вкусняшка у меня получилась. Если кто сейчас обедает, или завтракает, или ужинает, приятного аппетита. И я тоже пойду есть. Пока у меня никто не пилит и за окном не орёт, и кот мне дает спокойно поснимать, а я хотела бы вам рассказать и показать один из моих подарков, который мне подарили на день рождения. День рождения уже давно прошел, просто этот подарок недавно ко мне пришел, можно так сказать. В общем, это вот такой вот большой-большой иллюстрированный атлас про Вселенную. Если честно, у меня никогда не было таких больших энциклопедий, что ли, таких больших иллюстрированных атласов. Ну, как-то вот так мое прошло детство. Были, конечно, всякие такие книжки, но вот чтобы такая большая, такая добротная не было. Я, наверное, буду теперь пропадать за чтением ее. Тут все-все про космос, вообще все-все, тут всякие карты звездного неба и галактик, и... В общем, тут все, что можно представить себе про видимую Вселенную. И это, на самом деле, одно из моих увлечений — космос. Я обожаю смотреть фильмы и научно-документальные, и фильмы фантастика про космос. Я обожаю читать книги про эту тему. У меня как-то была идея купить большой мощный телескоп. У меня эта идея и сохраняется до сих пор. Я хочу это сделать, наверное, в будущем. Все-таки, может быть, у меня будет возможность это приобрести. А в детстве я хотела стать астрономом, по-моему, это так называется, тот, который, в общем, звезды изучает. Но меня, если честно... Пугало то, что там очень хорошо нужно знать физику и математику, а я в этих предметах вообще не бум-бум. Подарок очень крутой. Один из крутых подарков, ну, самый крутой мне подарил муж, на который я сейчас снимаю. Вот. Но это не менее крутой подарок, на самом деле интересный. А, кстати, еще интересную вещь хотела вам рассказать про этот атлас, вообще про эту книгу. У меня было желание какое-то время приобрести похожую книгу, чтобы сидеть по вечерам, изучать, листать, в общем, ее наслаждаться моментом изучения космоса, Вселенной и так далее. Но были некоторые «но», которые тормозили этот процесс. И со временем это желание все больше и больше сходило на «нет». И совершенно случайно просто раз и мне дарят вот этот подарок. Я что хочу сказать, просто я очень много уже наблюдаю за теми мыслями, которые ко мне приходят, и теми желаниями, которые ко мне приходят, и вообще ситуациями, обстоятельствами. И я заметила, вот стоит только расхотеть, и реально к тебе это придет. Ну почему ты носишься постоянно? Всем до новых встреч, я вам желаю отличного настроения, и пока-пока! Да.